Привет, друзья! Вы на канале Бен Назир. Сегодня Назир пришел к бабушке на Новый год, и Дед Мороз ему принес еще больше подарков. Что тебе принес, Назир? Покажи маме. Давай посмотрим, что там. Такой подарок классный. Открывай. Ой, так, старайся, открывай, открывай. Что там такое? Ух ты! Это такой паровозик. А ну покажи маме. Покажи, покажи, солнышко. Ты был послушным мальчиком, и тебе Дед Мороз принес такой вот классный подарок. Это вот такой вот паровозик. А это что такое у тебя? Киндер-сюрприз? Киндер-сюрприз-человечек? Ну покажи маме. Назир, какой тебе Дед Мороз принес киндер-сюрприз? Ну покажи маме, пожалуйста. Что у него в шапочке, Назирочка? И ручки у него двигаются? Ну можно мама посмотрит, Назир? Давай, сыночек. Смотрите, ребята, вот такой у Назира Дед Мороз принес киндер-сюрприз. У него такая шапочка и очки. Это у нас кто? Летчик такой, Назир? И сейчас Назир будет открывать сам киндер-сюрприз. Интересно, что там внутри? Ух ты! Что там такое? Ого, сколько яиц! Много, ничего себе! Ну хорошо, одно яичко ты откроешь. Назиренька уже открыл подарки, да, Назиренька? Тебе понравилось? И киндер, и железная дорога. Молодец, ты был послушным мальчиком? Ты хочешь открывать? Хорошо, а Зирка уже стал собирать свой новогодний подарок. Сейчас мы будем собирать железную дорогу. Зиренька, папа тебе помогает собирать железную дорогу. Это у нас паровозик с грузом. Паровозик, который перевозит грузы. Сыночек, ну ты делаешь коротенькую, а теперь нужно еще сделать два дерева. Вот так у нас выглядит сам трек. Он у нас в форме восьмерочки. Восьмерочка получается. В паровозик нужно батареечки. Уже Назирка с папой собрали железную дорогу. Расставляя, Назиренька, деревья. Это декорации наши. Ну где ты хочешь поставить дерево? Ну одна пальмочка, одна будет возле. Давай, где ты поставишь? Давай одну посредине, сюда. Вот так. И наш паровозик будет перевозить грузы. Вот такая вот получилась у нас железная дорога, которую подарил Дед Мороз. Назиренька уже запустил свой поезд, и получилась авария, сошел с рельс. Помогай, помогай. Вот. Он поднимается на горку, ему сложно с грузом подниматься. Да, он набирает силы. Так-так-так, раз, и съехал. Такой классный у тебя паровозик. Ты выключил?